Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру по названию Vigil. Окей, мы исследуем вершина рыданий, то есть нихера тут, наверное, территория еще будет. А, и все, тут тупик. Ладно. А я-то надеялся. Так, есть развилка, в принципе. А, я еще и наверх могу пойти. Я думал, кто там на меня прыгнул. Нифига себе. Я без понятия пока что на самом деле куда идти. Я просто куда-то иду. Шанс получить предмет. Атака увеличится. Сокращать. О, хорошенькие перчаточки. Подожди, ли это. Здоровье уменьшается, оно увеличит. А, это значит минус. Все. Отдыхайте. Ад. А, блин, я думал, за богомола можно цепляться. А это из-за. А это из-за этого дерева зацепился. Так, сохранение, янтарчик. Озеро Байфанат наверху. Лагерь, все остальное здесь. Ладно, в домик зайдем, посмотрим, что в домике. Охотничий домик. Еще один? А, в натуре. То есть с каждым разом, сколько я их и найду, значит, какие-то финтиплюшки от нее. Ха. Неплохо. Неплохо. Очень неплохо. Всего их 5, мы уже 2 принесли. Ну, принесем. Пузырь слизи. Так, окей. Okay.
Очередной шахтерский путь. Здесь мы еще не были. Малый камешек. Ну, хоть он ядовитый, но не очень опасный оказался. Он, зараза, сидит в камушке. О, она сидит там, где она меня может достать. Давай я тебе жопу подпалю, зараза. Не получилось. А, давайте наверх. Динамит, который я вообще не использую. Наверху тоже есть еще проходы где-то. Четырнадцать урона. Опасно. Ну, тут очень много было скелетов, я подумал, это то место, о чем она говорила. Короче, я понял, буду хилиться потихоньку. Вот мелкие пауки бесят. Так, короче, опасные пещеры пошли. Улучшенная праща. Кровавая расплата. Ни один достойный мастер не связан с магией крови. Жертвенный меч. Короче, до хера еще оружие. Я не знаю, стоит ли мне сейчас топор прокачивать. Так, инвентарь. Где эта херня, которую мне дали? Не говорите, что то оружие. В натуре то оружие. А это лук. Стойкость. Максимально странный лук. Ну что, тогда я ставлю на паузу, добегаю назад и продолжаю. Ну, я вылез, но мне немножечко, так сказать, покоцали пауки. И, оказывается, если они лапками попадают, они тебя отравляют. Да. Я знаю, неожиданно. Не правда ли? Так, все. Сохраниться. И полетели. Богомол.
давайте в эту сторону. Изучаем местность. В смысле, здесь пусто? А, не пусто. Камешек, который мне нужен. Неплохо. Конечно. А, эти херы, если что, вы понимали. Оказывается, не только ртом атакуют. Они также тебя и могут сожрать. Ядовитые иглы. Ну что, полезли. На водопад. Еще один сейф. Дозорно позабывал о традициях. Найди трон из черепов. Ты заслужишь мое доверие. Я всегда доверяю интуиции. Она не подводит. Приходило ли тебе в голову, что человек, который пытается вылечить чуму, сам ее распространяет? Это очень серьезное обвинение. Подожди, так мы уже встречались. Еще он... Вызов пары ветра, который может двигнуть... Натуре. Нифига себе. Да уж. Окей, давайте тогда к этой бабке сходим, если там проход будет. А, ты нашла его? Он... Ну, то есть, это то же самое, что я могу просто найти, по факту. Вот, допустим, этот же топор. Топор ничем не отличается от того, что... используется мною. Ладно, пойдем выше. К озеру. Идем вверх, вверх, вверх. Так, внизу шипы. Так, есть куда залезть. Вершина рыданий. Озеро Бафа. Но мы к озеру пойдем, либо на это большое дерево. Thank you.
Какое-то снова потерянное место. Ладно, пока что... Так, зелье. Блин, вот карта не прорисовывается. А если я влево бы пошел? А, точно. Вопрос исчерпан. Кусочки корабля откуда здесь? Динамит, золото. Треугольный камень. Ладно. Сосуд, сосуд. Кольцо Мхам. Так, это не буду снимать. Шанс получить деньги. Пускай остается выносливость. На выносливость давай. Сопротивление яду, ясно. Странное покрытое мхом кольцо, но очень покрытое и скользкое. Мокрое и скользкое, пахнет землей. Окейшки. О, здесь. А куда это? А, я ж козняк. Для чего? Чтобы кинуть бутылку. Этого мы идем туда. Да-да-да. Может, как раз и здесь будет тот слизень, который мне нужен. Ой-ой-ой. Майя, озеро... Озеро. Нам туда. Нихера себе. Неожиданно. Я, короче, умер, поэтому я заново защищаю. Я, короче, вот этот сундук, походу, забыл взять. Стена древней битвы, да. Забыл взять ее тоже. Окей, на самом... Я сохранился на всякий случай здесь. Здесь то, что я сюда упал, оно того стоит. А, посрать. Я не ожидал просто то, что там шипы. Так, тогда лучше падать с этой стороны. Окей. Заебись. О, боже.
Снаряжение. Ботинки ворона. Ботинки. Железные ботинки с насчёсами имеют обтекаемую форму. Говорили, они остались от ворона, что некогда поклонялся долгой ночи. Защита хорошо, стойкость, ну, плоховато. Предметы золота. Ну, сопротивление всем стихиям. Расход выносливости. Ну, в принципе, стойкость падает, здоровье падает. И расход выносливости у меня в плюс идет, чтобы вы понимали. Мне послышалось. Я понял. Я здесь сдохну. Бля. Да уж. Окей. Надеюсь, оно того стоило. Хотя зря я вот это сделал только что. Изучить. Последние слова дозорны. Тому, кто читает это письмо, пожалуйста, не трогайте коробку. Она принадлежит дозорным. Когда-то было три стороны. Дозорная, церковь мерцания и стража Майя. И у каждой была такая коробка. Но, доставляя ее в наш штаб, мы попали в засаду, устроенную предателями дозорными. Выжил только я. Теперь уже не представляю возможным вернуть коробку в штаб. Дозорно. Так что прошу, кем бы ты ни был, просто оставь ее здесь. Так будет безопаснее для всех. Окей, окей, а я просто попробую. Ради 800. Похуй. Теперь мои деньги это. Воу! Нихера себе! Ну нафиг с этими рыбами там стоять. Так, короче, я тут одну вещь понял, что нужно менять, наверное, этот и ставить защиту. Очень плохо то, что музыка прекратилась. Я вот это все. От шипов до сюда я не собираюсь бегать.
Поэтому сорян. Ладно, где мой щит? Так. Ну, байте. Ладненько, хотя бы сохранение нашел, и то радует. Ой, я сохранил где? Ой, ладно. А, тут ничего не было, зараза. Ну а мне по факту все равно идти к боссу. А вот это я не знаю, куда я иду. А теперь знаю, куда я иду. Я к хижине иду. Так. Сейчас мы будем строить план. Так, так и туда не долезу, я понял. Так, у меня есть одна попытка. Сука, ну ошила. Ну, ошило. Ладно, произошло падение. Нужно было на него запрыгнуть, потом очень быстро. Так, где там сейф? Далеко? Так. Вот зараза. О, этот просто в воздухе висит. Да, по нему можно залазить. Так, вот это нужно убить. Либо он очень сильно будет мне мешать. Охотничий домик, все-таки. Пресноводная глубина. И еще один камень. Да? Два я отнес, это третий. Да. Так оно и есть. Сохранить, подтвердить. Тупые ловушки. Главное ворачиваться вовремя.
Начинается, да? А, да, давайте, чтоб... Я по 1000 раз не бегал, я вот здесь сохранюсь сразу. Сразу так сделаем. Инвентарь. Так, где моя защита? Большая шапка. О-хо-хо. Вопрос. Здесь нужно тактику сначала придумать. Допустим. Короче, мне главное дистанцию держать. Они надоелись, как яд очень сильный. Я не буду спешить. И на хилки плевать. Посрать. Мне все равно, я его убил. Сраную лягушку. Я убил сраную лягушку. Все. Мне с ней ничего не выпало? Зато лук получил. Так, инвентарь. Где моя бутылка, которую я должен выкинуть? Вот оно. Быть может, однажды эта бутылочка с запиской внутри окажется на другом берегу моря. Но мне ж нужно кинуть в озеро.
А, она ж просила не в озеро кинуть, а в море. Не хочу рисковать. Хотя мне туда хер знает сколько идти. Так. Теперь можно и сюда. Ха. Вот это место просто само. Пещера в горах. Ну, понятное дело, тут паучки будут. Ну что, тогда я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.